Здравствуйте, друзья! В юные годы Адаму Делимханову довелось быть не на том пути. Некоторое время ему в 96-м году пришлось послужить водителем у боевиков. Однако будущий герой быстро вернулся на путь справедливости и принял активное участие в возвращении мира и спокойствия в родную Чечню. Сегодня Адам Делимханов – депутат Госдумы России. Ближайший друг и помощник Рамзана Кадырова, который в честь него назвал одного из своих сыновей. Большой патриот и Чечни, и всей России. Адам Делимханов чаще всего исполняет поручения Рамзана Кадырова, связанные с миссиями за пределами Чеченской Республики. К примеру, следит за надлежащим поведением земляков в других регионах России, курирует важные дела в различных точках мира. Во время специальной военной операции Адаму доверена была честь руководить чеченскими бойцами при непростом освобождении Мариуполя. Делимханов блестяще справился с поставленной задачей, отвечая за эту непростую миссию. Он непосредственно пребывал на передовой, разрабатывая операции чеченских росгвардейцев на тактическом уровне. Не раз был запечатлен и над штабными картами, и рядом с остальными чеченскими бойцами под ураганным огнем противника. Бойцы Делимханова сражаются в наиболее непростых районах, в частности, у завода «Азовсталь». Освобождают и зачищают целые кварталы. И вот заслуженная награда нашла своего кавалера – золотая звезда Героя России. За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга. Отметим, что Адам Делимханов – единственный депутат Госдумы и вообще человек такого высокого уровня, что лично добровольно отправился на битву за свою страну. Хотя, как парламентарий, имел полное законное право воздержаться. Однако и сам отправился на сражение и братьев повел. В том числе родных – Шарипа и Алибека. Алибек является замкомандира Росгвардии на Северном Кавказе. А Шарип Делимханов – командир Росгвардии в Чечне. Друзья, если вам понравилось данное видео, оцените его, пожалуйста, лайком и напишите в комментарии ваше мнение. Большое спасибо за просмотр.